Выезды в школы, беседы с учениками о безопасности на железной дороге, рейды вблизи ЖД путей и в электричках. Все это часть операции «Пригородный поезд». Цель – рассказать подросткам о том, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Поэтому находиться возле путей без надзора взрослых и передвигаться на электричке в одиночку без сопровождения небезопасно. За 5 дней операции «Пригородный поезд» инспекторы выявили 5 подростков, которые без присмотра взрослых находились на железной дороге. С детьми провели беседу, а родители предупредили об административной ответственности за ненадлежащее воспитание.